Там туалет. Это здание, это Тимуркин садик. Вот оно здесь в жилом массиве находится. Да, Тимурка? Вот жилые дома. Это мои окна. Там здесь вот, вот эти наклейки. Да, вот, вот это Тимуркины окна. Съемки эти иголки. Да, все правильно, пошли. А здесь вот сразу же за домом начинается просто частный сектор. То есть это не то чтобы единичный дом, это вот все частный сектор, коттеджи, причем как бы ну, такие нормальные коттеджи. Вот. Дом 25 этажей и частный сектор. А там чуть дальше, за этим частным сектором, сейчас приближу, опять вон жилой массив. Ну, тут за заборами не видно, а здесь пустая. Вот, пожалуйста. Причем реально не самые плохие домики. Нагадила. Не Алиска. Сосиска. Сосиска. Сегодня плюс 12 градусов. Вообще теплые нет, даже Алису в осеннее одела. Ну, вот, вот домик, пожалуйста, вот я тут припарковалась. Твоя машина? Да, моя. Вот мы отъезжаем. Вот, частный сектор. Вот этот дом, во дворе которого садик. Вон дальше высокие дома. Просто вообще тоже частный сектор. Тут высокие дома. И это везде так по Краснодару. Высокие дома. Низкие. Да, узкие такие дороги. Вообще. Здесь вон какое-то производство. Вчера, кстати, дымило так хорошенько. А сегодня, кстати, есть в воздухе запах гари. Просто, ну, дым, как будто траву жгут. Вот. Так, нам надо сюда, сюда, сюда пролезем. Пролезем. Вот. И тут сейчас будет Красная площадь, торговый центр, где мы, ну, ближайший от нас. Что деловая колбаса? Ты чё? Конфет? Ты чё такая у нас? Веселая житуха. Ментовозы, грузовых машин, да? Фигища. 09, 08, 09. Пробочки, пробочки. Ладно, ничего интересного. Вот рядом с нами музей «Моя Россия, моя история», что-то такое называется. Да. Но там вдалеке наше достояние. Сейчас подъезжаем, у нас тут пробка всегда небольшая есть. Расскажи, как ты сегодня в садике был, что делал? Мы игрался с детьми. С детьми? Как звали детей?
Данила и еще... Еще вот... А вы что играли? С Данилом еще играем. А во что играли? В Лего. В Лего? Да. Молодцы. Да. Тебе нравится этот садик? Да. А воспитатели хорошие? Да. Или ругают тебя? Не ругают. Не ругают? Это хорошо, что не ругают. А ты козень маленькая. Да. Ой, да, ешь. Улыбчивая. Ай, ешь. Ай, ешь. Ай, ешь. Ай, ешь. Зулька маленькая. Ой, еще раз сказать, показать, что опять стали в этой коробке. Лиза сейчас в школе. Жалко, школу нельзя будет ее показать. Это моя, вот это моя. Мы тут ехать вроде как начали, но, видимо, ненадолго. У нас будут автоцентры. Гостиница. Вот он наш гараж. Здесь вот наш подъезд. Олесь, не ори. Вот это папина машина. Да, вот она, Антона машина. И здесь рядом мое место. Все, припарковались мы. Идем на выход. Можно было по лестнице подняться, но нам так удобнее. Лестница вот здесь за стенкой, за вот этой.
Наземная парковка. Алис, иди сюда. Идем. Вот, вон получается парковка. Вот подъезд наш. Он у нас двухсторонний. Ой, не наступите, пропустите маленьких девочек. Вызвал лифт, Тимур? Ну что балуешься? Тишечка. Вставай. Алиска, вставай. Работает только один лифт. Тимурка, приехали на шестой этаж. Вот она, наша квартира. А хватит дверь. Короче, это такое путешествие.